Мне никто, интересно, не заметил. Черт, у меня будет скоро запись, значит, это. Что я ради этого самого чуть быстрее обещанного выкинул. Здорово всем! Здорово, здорово! И привет всем, кто будет смотреть запись сначала. Ой, честь, как вас много, вот банки. О, ну жирный, жирный, что поделать. Жирный, жирный, как поезд пассажирный. О, кепку сниму завтра. Завтра сниму кепочку. Че у вас интересного, расскажите мне. Нормально у вас набралось, давайте еще поднажмите 600, чтобы человек было. Будет еще крутяк. А потом уже будет первая 1000 и куча народа будет меня смотреть, не знаю зачем. Друзья, серия будет, я монтирую видео, представляете? Я монтирую видео и выкину скоро. Такие дела. Нет, кепки у меня другой пока. Надо панамку, может, как-то купить. Таран-таран-тан. О, 600 человек. Серега с экстравагантной прической. Назовем это так. Сепарация Дельт. Смеешь, что ли? Какая сепарация Дельт? Никакой сепарации Дельт. 7-е каникулы выйдут завтра. Там вы увидите, что же произошло у нас с Анастасией. Так, чё, Таиланд, блин, достал меня уже, Таиланд, я так работаю больше, работаю, занимаюсь, точнее, еще не занимаюсь, завтра пойду в зал, абонемент куплю в другой, поближе тут, а вот такие дела, дела, чё ещё вам рассказать. Что вам еще рассказать? Привет, Наташа Суворова. Так. Я на велосипеде, если честно, очень редко езжу последние несколько дней. Так что такие дела. Чего взять, что я лысый? Разве вы думаете, что я лысый? Серега Жиронов. Жиробой. Жирубой. Друзья, ну что поделать, я подрасслабился, пожрал чуть-чуть, несколько, пару недель. Из-за этого все добавилось немного мягкости к моим этим самым. Так, Шпак слил интригу. Что же рассказал Шпаку? За Шпаком. Таран-тан-тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан. Стоит ли брать пиво? Я бы не брал ничего тогда. Таран-тан-тан-тан-тан-тан. Как встретились с Гусем? Мы с ним встретились первый раз на чемпионате мира в Киеве. В 2013 году. Каникулы, улыбки, крути педали, скучновато, без говноблога. Завтра будет, сейчас да, перескоплю с вами и выставлю его загружаться. Такой ролик будет, как бы так. Вот это хорошая новость про зодиак. Так что спасибо тебе за нее, дружище. И надо будет, да, снять Gamma News новый. Посмотреть, что там у нас. Так, что-то еще, как накачать икры, надкачать их, Гоша уехал куда-то отдыхать, рост у меня 187, Гоша уже давно сдулся. Гусь ужал 100 килограмм, а я жал 110. Мы жали вес собственный. Так что я своим результатом очень доволен, 110 килограмм на 31 раз, это... Существенно, существенно.
Тан-тан-тан-тан. Ой, такое, какая мерзость, какая грязь. Люблю, когда про девушек грязь пишется. Про меня можете писать, я не парень, не парень. Я купаюсь на Найхарне. Все верно, но я не любитель купаться, если честно. Я и шланг на себя во дворе полил, и все. И я помылся. Но можно взять, почему нет? Питаться правильно, неправильно, это растяжимое понятие. Можно питаться хоть в Макдаке, главное в меру и отрабатывать. Тан-та-дан-тан-тан-тан. Так. Блин, как много сообщений, не успеваешь на них отвечать. Настюшку запикапить. Запикапить. Не было цели запикапить. Мы просто хорошо общались. Очень хорошо, приятненько общались. И общаемся, кстати говоря. Мирзоева у меня не видел видео. Да, представляю, что он там живет, наверное, вы все. Спасибо, друзья, за поддержку, но мы чуть-чуть не собрали, не успели. Лайков 300 до их отъезда. Вот. Так, так, что-то не понял. Я через 10 лет, не так взрослый, собираюсь поехать. Есть у меня такие мысли. Собираюсь поехать Днепропетровск, Киев, куда еще? Казань, Челябинск, ой, не Челябинск, Хабаровск, Минск, Питер. Тара-та-тара-та-тан. Привет, Киев. В Америку, как визу сделаю, пойду в Америку. Денчика Бориса надо ему написать, может, с ним встретимся тут. Было бы неплохо потрещать с Денчиком. Ха-ха. Может, у меня выдастся такая... такая, блин. Короче, может, мне повезет. Привет, Германия. Германия тоже, Серега Жирова, тоже хочется сгонять. Казахстан тоже можно в топовый городок в один съездить какой-нибудь, потому что в Казахстане много моих почитателей, как их любят называть, Мишенька Кокляев. И Твери, привет, друзья, привет. Так, о, Новый Оренбург. Привет, Новый Оренбург. Там Марина родилась. Там дубак. Там очень-очень холодно. Пока я не ужинал, если честно. Так, так, так. Так, так, так. Не вижу, не вижу. Привет, Воркута. Как ты считаешь, делать базу? Можно, можно делать. Я думаю, Денчик меня обошел в разы. Я никогда не гнался за щелканием девочек. Это не моя история. Так. Чё, чё, чё? Привет, блин, грыжа позвоночник. Да, есть у меня вроде. Какие-то протрузии, там, грыжи. У меня шейкера электронного нет. Я все по старинке. Здорово, Серега, здорово. Вы увидите это завтра в серии тайских каникул. Ой. Так. Так, так, так. Калиумастера. Вангай на себя в инсте подписался. Ничего себе. Не может быть. Не может быть. Смотреть. Или вы все меня троллите? Дан-д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 ан. Может, Вангай решил не качаться? Ему нужна мотивация. Новое видео путешествие будет завтра. Тут. Я сейчас вешу 112 килограмм. 12 тут лишних. Я попрошу вас удалиться. Но мне, походу, придется просить их месяц удаляться.
либо каждый день проезжать километриков по 100 на велике. Длиннопенисных тайк. Казахстан. Казахстан руль. В какой город в Казахстан приезжать? Сообщите мне. Тан-тан-тан-тан. Спасибо, Никита. Спасибо, что я поднимаю тебе настроение. Я очень рад этому. Да, я видел Владянов Ивана в Хукете. Только, не знаю, даже можно, наверное, с ним пересечься. Важно писать ему, что он тут делает. Поотрещает. Он на Потомге живет, там в злачных местах в этих. Так, в Вьетнам, все может быть, может и поеду в Вьетнам, почему нет. Сколько стоит покушать в Таиланде? Да в зависимости от средств, можно и на 100 долларов есть, а можно на 5. На 3, наверное, можно даже поесть. Ну да, если много не есть, что рис взял, там жареного, с морепродуктами. Ха-ха-ха. Ой, ну я что-то лоханулся, если честно. Лоханулся немного, да. Так что не буду останавливать этот скайп. Серия тайских каникул выйдет завтра. Дальний Восток вам тоже привет! Гоша уехал куда-то. Куда-то Гошан уехал. Девственник, ну да. Девственник. Так. Что еще? Кажется, сепарация грудных. Это звучит как юмор какой-то. Что на диске набито? Блин, ну 500 тысяч раз уже отвечал. Never too late. Never too late. Песня. Группа. А, нет, песня, да. Кто не знал, я был в Таиланде, в Сибирь пока не тянет. Так, привет, Пуся, Рожков, тут Рожков, сепарация ягодичных, целлюлитная сепарация ягодичных, хотите увидеть? Ой, я не помню, как-то Раха остров какой-то был. Как-то забыл я, какой остров. Так. Либидо нормально вообще. В принципе, с либидо проблем нет даже и на дедовском тесте, в моем случае. Это ж тоже индивидуальное. В норе. Горе как-то. Тут. Да, приеду, когда уже будет тепло. В апреле, наверное, когда-нибудь. Не знаю, куда поеду. Может, поеду в Индию. Короче, хочу поехать в Индию, в Болливуд. А, это индийский фильм. А? Как вам такой поворот событий? А? Будет прикольно, да, поснимать бложек в Индии. Как я еду устраиваться, проходить кастинг в этот самый. С Гошаном, думаю, поехать. А, как думаете? Стоит? Или не стоит? Денчик? Какой Денчик меня обижает? За что? За что он меня... Денчик должен быть. Какой Денчик вообще? Тут, блин, уже 500 Денчиков перемыли.
Так, 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 так. I'm from Brasilia. Прибалан. Нет, прибалан в этом. В масле. О, так, Серый, что с пабликом? Он что с пабликом? Паблик как паблик. Что в нем изменилось? Потихонечку что-то пощу, как раньше, разочек в этот. Вон там у меня висит перископ, запись. Сегодня выставлена. Вчера выставлена фоточка. Так что активность в паблике есть. Так, видео будет завтра. Федерация, я может что заморачиваться. Времени сплю в последние дни очень много. Кепку сниму завтра. Семин хотел бы записать видео. В зал завтра пойду. Еще будет две серии тайских каникул. Банки сантиметров 47, наверное. Уже не пью. Ребята устраивали через агентство в Китае. Пол амплитуды я все время уже миллион делаю. Ну, две трети вот так вот, наверное. Говорят, что мы как-то и скажи, как захавать. Что-то не понял. Что-то не понял. Долги закрываю. Долги закрываю. Сегодня написал три программки. Еще надо было. 2-3 сегодня и завтра еще штучки 4-5. И уже будет все меньше и меньше у меня долгов. Такие дела. Так. Так, так, так. У меня в группе прайс. Там можно все посмотреть. Кому, как, что нужно. Сейчас цены, кстати, чуть побольше поставил на большие программы. О, немножечко увеличил их процентов на 10, наверное. Шредер? Не знаю, думаю, что он... Не знаю, мне он не импонирует, скажем так. Скажем мягко. Утка. Ставить деку, вот какая жесть. У меня образование сварщика. Банк 47 жирная. Так. Так. Натурал или нет? Да хер знает. Вряд ли. Вряд ли. Ну, все может быть. Все может быть. Ой, обычно ВКонтакте, не знаю, в Инстаграме можно писать. Можно на мыло можно писать. На мыло я, правда, редко отвечаю, но можно туда. О, сегодня жрал, наверное, раза три. Ну, нормально, большой, огромный порции. Может быть, даже два. Шоузы приватные. Да, завтра прогонюсь, наверное, на Найхарну чуть-чуть, если с утра проснусь. У меня Mac Pro 15-14 года. Ты бешеная сушка с Василием. Ну, зарабатывание бабла нормальное. Очень неплохо они там рубят на этом денег. Можно такую же организовать, но чисто на таких добровольных началах. О, я вспомнил старое сообщение. Show you my dick. Старые добрые сообщения. Так, на ночь. Так, так, так. Так, так, так. Поснимайте что-нибудь.
Вадянов там, не знаю, какой-то хриплый матершинник с сигаретками там вечно летает в своем этом. Я что-то посмотрел там 20-60 секунд. Как так, Серега, должок, почему жал 110, а гусев 100? Потому что я вешу 110, а гусев 100. Потому что я был более жирным. Поэтому. Тан-таран-тан. Это магия. Это мой хендмейд. Апгрейд майк в Качевских. С Цацыгным Борисом живу незнаком. Но мы списываемся иногда ВКонтакте. Линдовера. Тут Линдовер раньше очень много бухал, курил. Ничего тут удивительного нет. Не знаю, как сейчас, говорить не могу, но раньше, мне кажется, озвучивал эту проблему. Я же раньше тоже бухал, как этот, в свои 14-15 лет. Гришань, привет тебе. Так. Так. Что я только не бухал, блин. То есть календарь, да даже не знаю, если честно. Ну, вот статодинамическая хрень, мне кажется, это еще один, блин, развод на какой-то, даже не знаю, на что тут развод. Да, я в курсе, что будет скоро и Прыгунов, и Борис, Борис Ильич, именно в рынок Хукете. Так что, может быть. А может быть. А может и нет. У меня есть сестра. У меня есть сестра и племянница, поэтому я дядя. Да. Ладно, что, хватит с вами трещать. Давайте-ка до новых встреч. Лайки там поставьте мне, поставьте лайки. Жмите тремя пальцами на экран быстрее. Быстрее.